Все мы делаем ошибки. Некоторые меньше, некоторые больше. Но его ошибка, порожденная невинностью и напитанная гордостью, была самой большой и самой ужасной из всех. Все, что принадлежит тебе, мое по праву. Тебе не изменить судьбу. Считается, что когда принц отправился на остров времени, чтобы избежать смерти, он вернулся оттуда один. Амулет был уничтожен, Дахака усмирен, императрица мертва, а принц, наконец, обрел свободу. На самом деле все было по-другому. Правда в том, что принц хотел спасти меня от смерти. Он освободил меня и обрек нас всех на гибель. Принц, такое будущее казалось радостным, но кое-что изменилось. Не волнуйся, Калина. В Вавилоне ты будешь в безопасности, обещаю. Смотри, мы почти дома. Наш корабль погружался в воду гавани, а принц обнаружил, что город, в который он вернулся, разительно отличается от того, откуда он отправлялся в путь. Порт, обычно кишащий народом, был безлюден. Перед глазами представали лишь забрызганные кровью навесы и выбитые двери. И никаких следов обычного портового люда, ни купцов, ни нищих, ни рыбаков. Это место в руках других. Отпустите ее! Скажи, когда у тебя будет время, чтобы слушать дальше? Принц шел по разрушенному безлюдному району, и его преследовали картины прошлого. От портовой таверны, где он провел так много веселых ночей, теперь осталось лишь пепелище. А останки гордой армады Вавилона, которую он не раз выходил приветствовать, покоилась на дне Евфрата.
Везде следы битвы. Но где же стражники Вавилона? Что с ними случилось? Продолжить историю с этого места. В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Почему всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего меча? Ладно, это лучше, чем ничего. Почему всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего меча? Ладно, это лучше, чем ничего. Thank you.
Кайлина! Нет! В город теперь не войти. Мне нужно забраться на эту осадную башню и попробовать проникнуть оттуда. Чувствую тех, кто проходил здесь. Они желали зла моей семье. Четыре недели я провел в море. И каждый день думал о том, как вернусь в Вавилон. Но ни разу я не представлял себе такую картину возвращения домой. Война. Это единственный ответ. Но с кем? И за что?
Знай, что не любовь вела его, лишь долг. Он был в ответе за случившееся. Он дал слово, но оно было нарушено. Принц хотел исправить это, как исправлял свои предыдущие ошибки. Вне всяких сомнений, благородная цель. Благородная и эгоистичная. Ведь двигало принцем лишь желание унять собственную боль. Huh!